будет знаменательным, если мы действительно, как вот мы прогнозируем, впервые выйдем по доле безналичных более чем доля наличных. Если вы смотрели график, в 2014 году это было 75 нала, 25 безнала, и в этом году вот 55 и 45, 55 безнала и 45 нала. Сегодня шел вопрос о симбиозе платежей наличных и безналичных. Шел вопрос о том, как сделать так, чтобы было комфортно жить населению страны. О том, чтобы использовать в каждом из случаев тот инструмент, который удобен населению. Будь это наличные деньги в кармане, карточка, кольцо, мобильный телефон и так далее. Я думаю, что рынок, экономика, она сама все расставит по своим местам, и она прекрасно скажет, в какой момент и на каком этапе произойдет насыщение наличных либо безналичных платежей. То, как будет развиваться наличные и безналичные платежи, то, какая будет пропорция, то, какое будет движение, то, какие будут тренды, все будет зависеть от того, как будет развиваться российская экономика в целом. Мы не сомневаемся в том, что наличные деньги останутся, они будут. Кардинальных изменений мы, как производители, разработчик оборудования, не ожидаем, но мы полагаем, что будет последовательно развиваться тенденция роботизации процессов. In the commercial market, you have very high competition. On one hand, this high competition and it increases. You have seen today the glory with the new systems. On the other hand, the market is shrinking. You have this non-cash. You have seen yesterday the numbers that 44% was наличные и 50 something was already non-cash. Безусловно, мы на этой конференции обсуждали, значит, будут ли наличные в будущем. Мы считаем, что будут, потому что они позволяют чуть быстрее осуществлять взаиморасчеты в условиях, так сказать, недостаточной инфраструктуры. Конечно, растут разные способы оплаты, и кольцом, и пальцем, и ухом скоро, и голосом будем платить. Здесь, скорее, наверное, будет много всяких инноваций, а по наличным деньгам это все будет оставаться достаточно консервативно. Я думаю, что речь пойдет о том, чтобы трансформировалась сама отрасль. Трансформировалась серьезным образом, трансформировалась с переходом на более серьезные технологичные методы. Речь идет о универсализации области. Речь идет о том, чтобы брать на себя не только перевозку денег, но еще и пересчет. Речь идет о том, чтобы во многом заменять собой, если мы говорим об объединении Росинкас, заменять собой структуры Банка России. На сегодняшний день инкассация переживает колоссальный рывок вперед. И мы становимся свидетелями определенной истории, что от классической инкассаторской службы мы перейдем к курьерской службе. Что это значит? Это значит, будет определенные устройства в руках, в машинах и так далее. И роль инкассатора будет выполнять обычный курьер. Если брать международный опыт, то там, конечно, инкассация – это отдельный бизнес. Вот. Он не банковский, это отдельная профессиональная организация. И вот сегодня на конференции Сбербанк предложил создать Uber инкассацию, да, то есть совместную, как бы, объединение там, профессиональных инкассаторов, да, чтобы можно было там как-то вызывать, условно говоря. Интересное есть решение для нашей страны, потому что большие территории, не каждая компания не может охватить все регионы, а вот объединение на каких-то понятных принципах, и в том числе для ритейла, это может дать очень классный, ну, виток развитию отрасли. Направление развития и тенденции российского рынка в целом положительные. Единственные сдерживающие факторы, ну, пожалуй, общеэкономические факторы, да, недостаточный уровень роста экономики, ограничение бюджетов, которые наши клиенты могут тратить на внедрение инноваций. Вот это, пожалуй, основные ограничения. Но с ними сталкиваемся не только мы, не только в нашей отрасли, но и все, так сказать, активные субъекты экономической деятельности в России. I will talk about the fight, but it's very possible that within the next 3 years some will die. I don't know if it's correct to say in Russian. And only the strongest will survive. This is my experience and my personal view. I joined G&D in 2001. And everybody asked me, why the hell you are doing this? Because cash is not needed in the near future.
and everybody would pay by cards and whatever. This was 2001, which means 17 years ago. But still, we have the cash, and we do not have only the cash is still growing. Despite what we have in Russia today with this non-cash vision of the Central Bank of Russia, but worldwide, the cash is still growing. Of course, we understand there is a change in the payment, and of course, we face a challenge. But cash still exists. Мне кажется, то, что вот интересный опыт – это использование электронных кассиров непосредственно у ритейлеров. Это не self-checkout, а это как бы устройство, которое принимает и выдает деньги вот, клиенту, но при этом кассир, он уже не кассир становится, а становится как бы сервисным человеком, который может что-то лучше там работать с клиентом, общаться с ним и так далее. Наличность, скорее всего, можно будет получать в достаточно большом объеме в разных точках. Точки выдачи наличности во всех магазинах или во всех пунктах. Мы думаем, что к этому придем, потому что это решение очень недорогое и очень бюджетное. То есть, приходя в магазин, вы можете получить наличность обратно. Предлагаем, что через 10, 20, 25 лет появятся безлюдные кассовые центры. То есть, кассовые центры, где сотрудников не будет, где будут работать исключительно роботы, один человек будет наблюдать за тем, чтобы процесс шел нормально, безостановочно, бесперебойно. Вот это идеал, к которому мы стремимся. Новые технологии мы представляли, и сейчас мы представляем новейшие технологии роботизации, точнее, начинаем их представлять на российском рынке и надеемся, как и в случае с рециклинговыми технологиями, в случае с автоматической сортировкой банкнот, нам удастся заложить тенденцию магистрального развития на ближайшие годы. Для нас Россия хороший полигон для новых технологий, и в некоторых вещах мы так его используем. У нас нет никакой целевой цифры. Мы просто мониторим ситуацию по безналичным и наличным деньгам и по обращению. Мы удовлетворены абсолютно той тенденцией, которая у нас в стране происходит. Я считаю, что как раз просто запуском дополнительных сервисов, как я сказала, P2P-платформа, какие-то еще дополнительные программы лояльности картам, которые клиентам будут удобны, они дадут нам возможность на горизонте 2-3 года выйти к цифре, по моим ощущениям, 60-70%. Стремительно растет количество карт. Уже говорят о том, что и карта кредитная или дебетовая становится анахронизмом вчерашним днем. Что будет завтра, мы не знаем. Но в любом случае я убежден, что наличные деньги долго еще будут служить населению. И я очень люблю цитировать Марио Драги, президента Европейского центрального банка, который говорит, что для нормального функционирования экономики необходимы наличные деньги. Это он заявил в апреле прошлого года на презентации новых 50-евровых банкнот. Вот это, наверное, лучший аргумент в пользу того, что деньги существуют.